такая водичка, смотрите. Я соскучился за морем. Всем доброе утро из Турции. У нас сегодня в обзоре четверка, первая береговая. Отель называется Маракеш. Маракеш. Вот наш пляж, волейбольная площадка. Там у нас снэк-бар. Чуть выше, там возле бассейна, бар, там где есть виски, не виски, а раки, в общем, водка, пиво, вино. В общем, первая серия. Покажу вам, как отель встречает туристов, какой сервис, какое здесь питание. Поплаваем, посмотрим заход с берега. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем приятного просмотра. В Турции жарко, и надо находиться или в бассейне, или в море. Начинаем. Кстати, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а к сердцу блогера тоже через или желудок, или через стакан. Если вы отдыхаете в Турции на Анталийском побережье и хотите поехать на экскурсию, рекомендую вам компанию Ginza Travel. Это надежные ребята, они уже 26 лет на рынке. Низкие цены, разнообразные экскурсии. Также есть аренда индивидуальных яхт по супер классным ценам. Ссылка на их сайт в описании под видео. Переходите. В общем, я проехал вот на таком автобусе из отеля Alexus в клуб Маракеш, четверку, где-то примерно 4 километра, заплатил 20 лир, примерно, ну, меньше доллара, 60 центов где-то. И сейчас будем, ну, обычно у них тут 1 доллар стоит проезд. Как раз будет интересно вот сравнить, я перед этим был в отеле Alexus, он плюс-минус по такой же цене, там 2 доллара разница. То есть вот Alexus стоит 48 долларов, а этот отель 50. Сейчас вот Маракеш, Клуб Бич. Так, ну все, заходим смотреть. Посмотрим, как тут работают кондиционеры, какой сервис, по чистоте все проверим. Здесь у нас такой холл, зона отдыха. И ресепшн. Доброе утро. Доброе утро. Так, все, с прибытием. Цветочки у нас здесь. Информация по Wi-Fi. Один день 3 евро, 2 дня 6, 3 дня 9, 4 11, 5 13, 6 14. Самое большее 14 дней 28 евро. Time is money. Бу-бу. Так, все, с прибытием, я уже с браслетом, уже, я говорю, я с браслетом могу пользоваться баром, рестораном. Это что? Это видео. Зачем? Ну как зачем? Видите, полотенце, депозит в спа-салоне 10 евро. В начале отдыха дали, полотенце взяли, а когда улетать, вам деньги возвращают. Потому что есть такие отели, просто вы деньги отдаете и все. Вот у нас здесь ресторан. Что девочка там подошла, у них там что-то получается, не могу понять, как его, как в него зайти, вот этот наряд с той стороны. Да, вот. Зона бассейна. Девочка что-то там купила интернет, но что-то там с ними общается, не может, плохо работает. Вот наш ресторан. И сразу море там. Давайте посмотрим, какое питание, общение, оценка. Здесь, кстати, подача поинтереснее, чем в Алексусе. Мед, жень, огурцы, черри, маслин, йогурт, колбаса, яйца, сыр. Здесь у нас масло, яблоки, персики и слива. Персики, кстати, надо сразу взять сейчас персики, пока они есть. Яйца вареные, вот такой омлет, перец, колбаса, что? Яйца с образом сделаны.
по-другому немножко. Ползака. Здесь глазунья, ТСБ-3, джем-шоколад. Есть молочка. Кстати, здесь лучше, чем в Алеппо, все море тут сразу. А здесь у нас готовят глазуни. Салям алейкум. Бар, пиво, вода, чай и автоматы кофе. Ой, классно, смотрите, вода. Можно пить простую воду. Обалдеть. Ну, этот отель по такой же цене, а лучше. И море ближе. И пока мне нравится больше. Вот, смотрите, стандартный завтрак. Глазунья, 3 яйца, помидоры, огурцы, укроп. Укроп там я взял 4 персика. Сейчас еще возьму капучино. Сейчас позавтракаем и пойдем с вами плавать, нырять, загорать. Получать удовольствие от моря и солнца. Так, вот у нас еще здесь столы такие, зона, где можно сидеть, пить пиво. Сейчас посмотрим немножко территорию, поплаваем. Цветочки, зелень. Кстати, в Турции жарко, вот сейчас стало жарко и не хватает кондишн. Возле ресепшена часто не работает, в ресторане, в общем, очень жарко. Вот так выглядит наш отель. Там один бассейн, здесь еще один бассейн. Вот детский бассейн 50 сантиметров и 1,40 м. Шезлонги свободные есть пока. Здесь у нас бар, простая вода, вино, пиво, кофе, кока-кола, фанта. Так, что у нас есть? Завтрак с 7 до 10, поздний с 10 до 10.30, снэк-бар с 12 до 15, обед с 12.30 до 14, ужин с 19 до 21 и поздний суп с 23.00 до 0 часов. У нас еще один бассейн с двумя горками, с маленькими детскими. Так, идемте посмотрим хамам, турецкую баню. Тренажерного зала здесь нет. Пока заниматься спортом не получается. В продаже имеется масло от солнечных ожогов. Масло от загара. Салям алейкум. Сауна, да? Хамам. Это фри или мани? Фри? Ну, отлично. Так, а что еще у вас есть? Бесплатный хамам. Здесь душ, раздевалка и есть сауна. Ой, класс, с самого утра можно уже париться. А это мани или фри? Нет, мани. Мани, да? А сколько? Хамам бесплатно, сауна за деньги. Сейчас вам расскажу, сколько. Скажу, такая зона отдыха здесь, где можно отдыхать. Угу. Так, ну все, значит, сейчас расскажу, выйду, сейчас все расскажу. Спасибо. В общем, сауна, хамам бесплатно, массаж за деньги. Вот и все.
массаж, ну, девочка из Индонезии делает от $20. Смотря какой массаж. То есть от 20, там и 30, и 40 есть. Как договоритесь, сколько массажей, сколько человек, как бы все можно договориться, поторговаться. Так, ну как бы я все показал. Как бы тут нечего показывать. Вот территория, номера. Раз, два, три, четыре этажа. И все, рядом море. То есть первая береговая. Ресторан, море, бассейн и номера. Все близко. Бар. На баре посмотрел, у них есть и пиво, и вино, и есть такие маленькие бутылочки. Там я в алкоголе не сильно. Виски, там, наверное, раки. Ну, короче, крепкий алкоголь у них есть. Что, я взял воду, теперь надо посмотреть, как вообще выйти к пляжу. Что тут у нас ресторан. И вот как пройти, я пока не могу понять. Здесь на пляже у нас сцена такая. По-моему, надо обойти за горку. Получается, возле горки, не за горку, а возле горки, за баром. За баром. Здесь у нас такой спуск. Тут у нас туалет, по-моему. И наш пляж. Здесь у нас на пляже сцена. Посмотрим, что вечером будет. Деревянные такие покрытия. Удобно. Вот солнце шпанит как. Волейбольная площадка. Ребята, аниматоры, соседний отель, все гремит, шумит. Ну вот наш пляж, получается. Навесы, шезлонги, без матрасов. Матрасов нет. Получается, шезлонги практически все заняты. Практически, видите, даже камушки покидали, людей нет, а люди в море, может быть, лежат. То есть проблема с шезлонгами есть. На пляже бара нет. Смотрите, на пляже есть доступ к простой воде. Это очень удобно и хорошо. Подходите себе и пьете чистую воду. Не сладкую, а простую. Смотрите, никакой нет очереди. Здесь у нас есть гюзлеме. Так гюзлеме, да? Гюзлеме. Тут у нас, а? Я only видео, видео. Лук, лук, салатный лист, помидоры и булочки такие. Это во сколько? Попросил, девочка мне угостила гизлеме, а этот мужик, который там руководитель, кто начал на нее ругать. Мне надо попробовать, я же на работе. Дегустация. Короче, по-моему, 12 часов оно работает. Сейчас люди увидят и кинутся тоже сюда. Всегда подхожу к морю в тапочках, потому что раскаленные камни, и можно получить ожог. Вот так все выглядит, наш пляж. Здесь мелкая галька, и сразу глубина, буквально несколько шагов и все. Сейчас поплаваем, вот там у нас буйки, поплаваем. Тут заход нормальный. Да. Делал на него вот обзор, идет пенная у бассейна дискотека. Я добыл два буйка. Смотрите, вот буйки, мы на глубине, практически никого нет, и хорошо, что
Ну, в Турции спокойно все. Ты спокойно себя заплыл, ты плаваешь и получаешь удовольствие. Я поплавал с большим удовольствием. Ну, здесь я уже не первый раз говорю, что в отличие от Алании здесь более безопасно все, потому что что? Камушки и плаваешь все нормально. В Алании там были такие плиты, и можно было порезать и что хочешь делать на нем. Здесь безопасно. Поэтому, да и вообще здесь поинтереснее. Мне больше, вообще в идеале мне нравится отдыхать в Кемере. Ну и поселки, которые рядом с ним, тоже мне очень нравятся. Тут сел на автобус, проехался, там погулял, вернулся. Где-то что плохо. И как небольшой недостаток, то что у них курортный город, и они работают, должны работать хотя бы до часа, до 2 часов ночи, какие-то ночные смены, потому что люди отдыхают, хотят гулять. Они, по-моему, там до 12 последний автобус и все. Ну, это не совсем удобно, но как бы все равно можно после ужина, поужинали до 8, сели в автобус, поехали в Кемер, там погуляли до 10 часов, до 11 и вернулись обратно к себе. Все, сейчас идем узнавать, есть ли номер, если есть, посмотрим. Мне здесь больше там нравится, чем в Арисах, и больше нравится, чем в этих, чем в Алексусе. Ну, посмотрим, еще только приехал, посмотрим обед. Посмотрим номер, ужин. И все активно катаются, смотрите, сколько детей прямо с матрасами туда поднимаются. Не просто так катаются, а на матрасе. А людей, смотрите, в бассейнах. Вообще супер. Без 10-12 мне уже дают номер. Дал сразу воду с собой. По-моему, вот этот корпус. Да, будем заходить. У нас здесь ступеньки такие. Где они ведут? Тут лифта нет. Я думаю, что нет. Давайте смотреть. Здесь жарко. А здесь заходишь. И супер. Работает кондишн. Я пришел. Все работает без карточки. У нас здесь такой открытый шкаф, где можно повесить платья, футболки. Здесь, как обычно, у них, по-моему, платный сейф. Я им никогда не пользуюсь. 2 месяца уже здесь. Санузел, фен, косметика, мыло. Все тут аккуратно, чисто. Вот полотенца. 2 больших, 2 маленьких. Кстати, неплохо. По сравнению с тем, что я видел в последнее время. Туалетная бумага, унитаз, ёршик, душевая кабина. Проверим наличие горячей воды. Я с собой взял 2 пакета воды, чтобы пить. Очень жарко. Здесь такой есть диван и 2-спальная кровать. По бокам столики. Так, поставим здесь. Опа, подсветка, и вот еще подсветка. О, телевизор, зеркало, есть холодильник, и ничего нет. Ну, уже поставили вот эту воду, не было бы вообще шикарно. Было бы шикарно. И балкона у меня нет, а вот такой вид с окна. Вот такой вид у меня с окна на горке. На горке и вид на море. Посмотрите, что неплохо. Горки, море, бассейн. Вот вся наша, по сути дела, территория. Сейчас пойду в душ и будем готовиться к обеду. Красиво, зелень. Лето, лето в разгаре. Люди устали, работали, приехали и отдыхают. Когда получаешь номер, просто какой-то вот, ну, кайф какой-то. Во-первых, кондишн работает. Во-вторых, чисто здесь. Кровать большая.
как-то стены, ну тут нормально, он не убитый. Вот я в Алексусе был, все убито. А в этом Арис Блю я был, в караул полный, там подвал, все воняет, как будто бы, я не знаю, там какие-то наркоманы жили, я туда заехал. Здесь нормально, поэтому бывает отели такие, что еще можно, да, за бюджетку приходя. Есть такие отели, что просто трэш. Тут и номер раньше дали, и как-то отношения получше. Поэтому надо выбирать отели, надо читать отзывы, надо смотреть обзоры свежие. Ну, как бы так, да. Вообще с бюджетками очень все сложно. Можно попасть. Можно попасть, расстроиться, и вам там могут и натыкать, и что хотите будет. Так что будьте внимательны. По минусам, где что сушить. Ну, вот не надо постирать, посушить вещи, а тут как раз и не посушишь. Смотрите, что у меня на кровати. Что это такое? Вот это что? Это или потолок? Да, с потолка что-то упало. Я думал, шкарлупа яичная. А тут скорее что-то упало, наверное. Так, смотрите, что получается по душу. Значит, вот здесь у нас нарисовано, что горячая вода с этой стороны. Когда включаете сюда до конца, идет холодная вода. Бывает перепутанные, и вы можете подумать, что в отеле нет воды. Я всегда и туда кручу, чтобы понять, есть вода горячая или нет. То есть здесь все наоборот, вот когда включаешь до конца сюда, то идет горячая вода. Так что имейте в виду, и это где угодно может быть. Я забыл чемодан, сейчас пойду принесу чемодан с ресепшена и будем идти на обед. С номера вышел, такая жарюка. Тут, кстати, аккуратно спускаться. Ну все, сейчас занесу чемодан и пойдем обедать. Надо где-то веревку здесь привязать, чтобы вещи сушить. Что-то придумать надо. Сюда заходишь. Классная, комфортная температура. Так, все. На этом первую серию заканчиваем. Ставьте обязательно лайк, кто еще не поставил. Пишите комментарии, кто здесь отдыхал. И каждый день 6-5 утра новые серии, поэтому подписывайтесь, кто еще не подписан. После Турции поеду в Египет, скорее всего, в Хургаду сначала, потом в Шарм. Поэтому, кого интересуют обзоры отелей по Хургаде, уже сейчас мне пишите. Сейчас уже пишите. Потому что, наверное, когда вы будете это видео смотреть, я уже вообще в Хургаде буду. Все. До завтра. До свидания.